Повышение экономической грамотности молодого поколения является одним из приоритетных видов инвестирования в будущее развитие любой страны. С этой целью в Национальной библиотеке Республики Таджикистан состоялось мероприятие, в ходе которого ученые и специалисты из области экономики отметили о важности интеграции экономик и интересов стран Евразийского региона и в целом всего мира. Здесь также были выставлены книги и труды по экономике, созданные специалистами Евразийского банка развития. Научная литература была передана в дар библиотеке этим влиятельным финансовым институтом. Участники мероприятия отметили, что с момента вступления Таджикистана во Всемирную торговую организацию одной из важных задач на нынешнем этапе является создание системы информационного обеспечения отечественных предпринимателей о деятельности Всемирной торговой организации и возможностях, которые открывает вступление в эту влиятельную мировую организацию для защиты экономических интересов Таджикистана. Инициатива Евразийского банка развития очень хорошая, нуждается в поддержке. Это особенно важно для нашей республики, поскольку сегодня мы чувствуем нехватку информации в рамках евразийского сообщества, СНГ и других союзов образований. Я думаю, что это надо поддержать и дальше развивать. Информация сегодня – это ресурс, это товар. Она нужна не только правительственным структурам, ученым, но и молодежи. Я думаю, что вот эта презентация – это продолжение нашего экономического, научно-технического сотрудничества с Казахстаном. У нас сложились очень добрые отношения в экономическом отношении, в научно-техническом. Мы импортируем с Казахстана продуктов первой необходимости, муку, зерно, растительное масло, другие ресурсы. Многие наши ребята там учатся в различных вузах. Мы сотрудничаем в области науки. Я являюсь членом Евразийского экономического клуба ученых, который был создан по инициативе президента Назарбаева. В рамках этого клуба проводится ежегодно Астанинский экономический форум. И я думаю, что эту инициативу надо поддержать. Книжный фонд Национальной библиотеки Республики Таджикистан при поддержке Евразийского банка развития пополнился еще на около 140 экземпляров научно-популярных и просветительских книг. Евразийский банк развития является одним из очень солидных, крупных банков, действующих в рамках нескольких государств. И этот банк, наряду с тем, что она делает в развитии экономики этих стран, и издает много книг, журналов, и имеет хороший потенциал научного исследования. Поэтому наша библиотека предложила банку совместную работу в смысле пополнения фондов экономической литературы нашей библиотеки новейшими изданиями экономического характера, как и в региональном, так и в мировом пространстве. Это наше предложение было воспринято очень доброжелательно. И сегодня день, когда этот банк нам подарил ряд книг и журналов новых для пополнения наших фондов. И мы договорились, что в дальнейшем будем постоянно этот наш контакт в этом направлении будем развивать. И присутствие наших ведущих ученых, экономистов, академиков, докторов наук и их такой положительный отзыв на наши вместе с Евразийским банком начинание говорит о том, что в дальнейшем мы можем на основе вот этих книг, вот нашей деятельности в этом направлении привлечь всех наших ученых к для решения общих проблем, проблем интеграционных, экономических взаимосвязей.
Эти журналы, пособия, брошюры и книги повысят знания, умения и навыки студентов высших учебных заведений в области экономики, а также будут весьма полезны для молодых ученых, которые пишут диссертации по экономическим вопросам. Ведь в этих трудах собраны материалы об опыте экономического развития стран СНГ, о проблемах, с которыми сталкивались страны постсоветского пространства за годы независимости. Карим Хайдар, Рустам Йокубов, Первый канал.